7 часу утра дежурная часть межмуниципального отдела внутренних дел по Заречной Пензенской области поступило сообщение об обнаружении мужчины на территории школы 221. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили подростка без признаков жизни. По данному факту собран материал, направлен для принятия решения Следственный комитет. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, то есть убийство. В настоящее время по уголовному делу проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти несовершеннолетнего. Расследование уголовного дела продолжается.